Капец. Когда Саша делает лизун. Мне что кажется, это, ребята? Что-то пошло не так. Всем привет, меня зовут Саша. Сегодня я снимаю видео с моей сестрой Каролиной. Сегодня мы с Сашей будем снимать видео про лизуны. Сегодня мы с Сашей будем делать лизуны. И если вы любите такого рода видео, тогда оставайтесь с нами и смотрите это видео дальше. Ну а мы начинаем. Поехали. Недавно увидела интересный детский канал «Бухты-барахты». И сегодня у Златы вышел новый ролик «Хаус и рум-тур». Очень круто получилось, впрочем, как и всегда. Оцените Златин канал лайком, подпиской и комментом. Проходите по ссылочке в описании. Для первого лизуна нам понадобится клей. Для первого лизуна нам понадобится... Для первого лизуна нам понадобится... А что такое для первого лизуна? Для первого лизуна нам понадобится клей. Я не могу. Для первого лизуна нам понадобится канцелярский силикатный клей. Пена для бритья. Красители. У нас они в сухом виде. И в качестве загустителя у нас персил. Сначала мы наливаем клей. Далее добавляем пену для бритья. Ее нам нужно добавить много, чтобы наш лизун был объемный. Смотрите, это выглядит очень прикольно, но я думаю, что нужно еще один. Как ты думаешь, хватит? Еще? Не переворачивай, а то у тебя не выглядится. Класс! Так я смотрю, помнишь? Все, хватит, я думаю. Теперь нам понадобится... Для лица. Блин, класс. Теперь мы добавляем краситель. У нас краситель в сухом виде, и я очень надеюсь, что лизун с этим красителем получится. Ого, какой он темный. Посмотрите, как красиво. Да. Класс. Я тоже думаю, что он такой светленький. Ой, смотрите, как классно. Блин, я так боюсь, что мы добавили слишком много пены. Смотри, какой классный цвет, Каролин. Да, классно. Йогурт. Да, кстати, похоже на йогурт. Здесь как какие-то сливки. Я решила добавить еще один краситель, потому что мне кажется, что желтого не хватает. Пришло время добавлять персил. Этого явно не хватит, но будем добавлять по чуть-чуть. Да, смотрите, сразу начинает сворачиваться. А, класс, он превращается в какой-то комок такой, реально вот лизун. Смотрите, какой он большой, я представляю, какой он получится. Ложка уже, мне кажется, не будет. Ложка сейчас уже сломается. Смотрите, пока что у нас получилась вот такая вот огромная тягучая масса пены и клея, и персила. Сейчас нам нужно добавить воду с содой, и потом я уже возьму его в ручки и буду перемешивать наш лизун. Каролина уходит. Вот это вода, и в нее надо добавить соду, и потом вылить сюда и сюда. Это убирает большой грязь. Кать. Засыпаем соду.
воду с содой и возьму этот лизун в руки. Возьмешь этот лизун в руки? Блин, он мне не поместится в руки. Правда, он липнет просто очень сильно. Просто смотрите, ребят. Мне кажется, что... Мне кажется, его надо перемешивать хотя бы минуты 4. Берем подстилочки и идем к кому? Вам к ним. Держите. Мы подстелили вот такие вот коврики, и сейчас, я думаю, что мы на них будем гладить лизун. Да, на, чтобы было легче. Он очень, посмотрите, как он сильно липнет руками. Он сильно очень. Саш. Ну, достаточно. Просто топ. Капец. Когда Саш делает лизун. Ой. Надо... Ой, ой. Мне кажется, нужно добавить суперсилу. Класс! Смотри, Господи! Там прям... Мне что кажется, это, он... ребята? Я мешаю, он отлипает, смотри. Посмотрите, какие у меня руки уже чистые впереди. Что-то пошло не так. Ясно. Софа, можешь мне вытащить ложку? И мне тоже. Каким образом? Она мешает нам. Да. В общем, ребята, вы сами все видите. У нас этот лизун очень сильно липнет к рукам. Мы уже добавили, я не знаю, мне кажется, по целому стакану воды с содой. Все равно этот лизун ужасно липнет к рукам. Мне кажется, что он, в принципе, у нас получился. Он очень классный и вообще приятный, пушистый и очень мега крутой лизун. Но он безумно сильно липнет к рукам. Поэтому, если вы знаете, почему у нас так получилось и почему у нас не получилось его отлепить от рук, хотя у него очень много пены добавили. Возможно, мы добавили очень много пены и так далее. В общем, если вы знаете, напишите свои варианты в комментариях, пожалуйста. Ну а мы давайте все-таки приступим к следующему лизуну. А вот из этого вы видели все, что получилось. Да. Вот, он очень приятный. Он получился, но он очень сильно липнет к рукам. Да. Но он очень классный, так что попробуйте, но... Учтите все наши ошибки. И мы переходим к следующему лизуну. Для следующего лизуна нам понадобится, опять же, клей силикатный канцелярский. Также детский крем какой-нибудь жирненький, краситель. Детское масло, где оно? Вот, детское масло, что-нибудь жирненькое, в общем. Бальзам для волос. И, конечно же, в качестве загустителя персин. Изначально, как всегда, добавляем клей. Пишут мне в комменты. Соп, замолчи. Дальше. Далее добавляем какие-нибудь жирненькие средства. У нас это вот крем для рук, детское масло и лосьон. Добавляем побольше. Очень красиво. Красивый цвет. Все, цвет травы. Пишет мне в камень. Замолчи. Также нам понадобится где-то 2 ложки крахмала. Смотрите, лизун будет у нас в виде такого же цвета, как моя кофта. Очень красиво. Да, вот. А у короля это цвет резинки. Ты чего, цвет резинки? Далее мы наливаем персил. У меня уже загустел лизун. Тоже, но мне кажется, этого мало. Да, надо еще мешать тщательно. Вот смотрите, он вообще не похож на лизун. Давай еще добавим, давай. Ты, конечно, наоборот, я переборщила. Нет, если переборщила, нет. Сейчас ты переборщишь с лосьоном с этим? Мы решили добавить еще крахмала.
Да. Потому что нам кажется, что очень мало крахмала. Давайте добавим еще персила. Желея. Вот это уже похоже на лизун. Ребят, дело в том, что когда я пробовала дома сделать такой лизун, у меня он получился. Но я не знаю, почему он не получился у нас с Каролиной сейчас. Видимо, мы как-то не соблюли пропорции. Не знаю, что мы сделали не так, но, в общем, мы переходим к третьему. Мы переходим к третьему лизуну, да. И еще третий получится. Третий у нас точно получится. Теперь добавляем блестки. Теперь добавляем персик. Выпустите. Его добавляем совсем чуть-чуть. Вот этот лизун, как всегда, у нас получился, только мы должны его тщательно перемешать. Ребята, поддержите нас лайком, потому что вы бы видели, что у нас творится в квартире сейчас. Было очень сложно сделать эти лизуны. Здесь все вот это все обмывали. Обмывали, меняли скатерти, обошли всю Астрахань, чтобы найти подходящий клей, персил, пену для мытья и так далее. И обязательно подписывайтесь на мой канал, мы вас очень всех любим. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Жизнь на инстаграм Каролина. Всем пока.